Ну, сегодня утром в 5:50 мы услышали шум снарядов. Летели ракеты, по всей видимости. Мы, по возможности, собрались и убежали наверх. Когда бежали, было слышно, как осколки сбили по дому, по крышам. Но мы вовремя проникли в свое как бы бомбоубежище. У нас соседа там внизу чисто случайно только ранило в руку, быстренько перевязали. А вот и все, что у нас произошло за это время. Это вот это взрывало, да? Да. Как российская армия стреляет по жилым кварталам. Да, тем более тут же никакого... По жилым домам, где живут мирные люди. Да. Никакого это объекта, все, что, ничего. Все, что рассказывают о дурманенном россиянам, руководство страны, их страны, о том, что они этого не делают. Можно прийти и посмотреть. Да, не говоря уже про разрушенный Харьков, Чернигов, Мариуполь, Николаев. Сегодня в Одессе.